Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами я, Скиф. Сегодня мы посмотрим на обновление для игры No Man's Sky под номером 1.1, Update Foundation, фундаментальный апдейт, после которого, в общем-то, будут выходить другие на его основе. И надо признать, это обновление было, во-первых, неожиданным. Они его буквально анонсировали и, по-моему, на следующий день сразу же и сделали. Залили, в общем-то, в Steam обновление. Порядка 2 с чем-то гигов весит и добавляет в игру на самом деле много контента, который должен был быть бы в игре изначально, по большому счету. То есть, ну, часть из того, что они обещали, оно появилось теперь. То есть здесь можно теперь большие грузовые корабли нанимать, можно строить свою базу, туда таскать, в общем, всяких разных инженеров и тому подобных, там, каких-то людей, ученых, ну, не людей, а инопланетян, чтобы они у вас там чем-то занимались. Растительность тут можно теперь выращивать, какие-то там фермы строить. На грузовом корабле тоже там можно какие-то отсеки строить, делать. В общем, довольно много чего интересного. Ну и давайте обо всем по порядку. Сегодня мы будем смотреть в основном только на режим постройки. Если вам вообще интересна эта тема, опять же, пишите в комментариях. И, возможно, еще выйдут видео по No Man's Sky. Но уже, допустим, про большие корабли и так далее. Вообще про новый контент. Сейчас мы посмотрим именно на ту часть, в которой нас... нам предлагают что-либо построить. Посмотрим, как это все здесь происходит. Ну, перво-наперво, то есть появилось стартовое меню. У нас есть аж целых 3 режима. Обычное исследование, да, спокойное, которое было в самой игре по стандарту в начале. Появился новый режим выживания, вот на который бы я хотел взглянуть, потому что звучит заманчиво. Выживайте, ресурсы ограничены, количество опасностей увеличено, враги сильнее и агрессивнее. Возможно, вот режим выживания — это именно то, что нужно для этой игры, потому что в обычной, ну там, ну, по сути, тебя ничего особо-то убить не могло. Прям там надо было исхитриться, чтобы сдохнуть. Ну и в созидании можно чего-либо там поделать, и, ну, обычный креативный режим, по сути. Давайте сейчас с него и начнем, я удалю то, что я там уже строил, пытался. Так, давай удалим. И зайдем в чистый мир и посмотрим на строительство более подробно. Так, ну, также по стандарту появляюсь я на какой-то планете рандомной. С какой-то тут рандомной растительностью, живностью, фауной и так далее. Только это креативный режим, что там за зверек носится. Еще они поработали над оптимизацией, над улучшением качества картинки. Добавили там разных полезных всяких мелочей в интерфейс, что довольно прикольно. Ну, давайте смотреть, что нам тут доступно. Во-первых, хочется сказать о том, что у нас теперь на планетах будут появляться вот такие вот какие-то... здания, что ли, да? Которые мы можем сделать основой для нашей базы. В них имеются по умолчанию телепорты. Из них можно будет телепортироваться на научные, ну, на станции, на любые. И, возможно, на грузовые корабли, кстати. Я там не смотрел, не бегал. Но вот на станциях точно есть, на каждой. То есть можно с любой станции сюда телепортироваться, и вы свою базу, в общем-то, не потеряете. Также, если вы вдруг захотите, ну, перенести базу с одной планеты на другую, то можно ее всю разобрать без потери ресурсов. Тут есть даже специальный склад. Склад предметов с предыдущей базы. Ну, в данном случае у меня нет предыдущей базы. Мне надо подойти вот к этому дисплею, я не знаю. Это дисплей? Да. База с возможностью заселения. Колония. Подготовка базы завершена. Нифига у меня особо не обнаружено. Ну, займем эту базу. И попробуем что-либо построить. Да. Чтобы что-либо строить, у нас тут есть клавиша Z. Жмякаем. И есть разные варианты построечек. Здесь у нас строения различные. Потом пошли части комнат. Терминалы специалистов. Вот специалистов еще можно себе сюда привлекать, нанимать. И они будут разным полезным заниматься. Украшения появились. Тоже прикольно. Я думаю, еще, ну, как бы функционал будет расти со временем. Технологии разные. Фермерство. Можно выращивать разное полезное, опять же. Тут же сразу написано, что нужно для постройки, но в креативном режиме, соответственно, нифига не нужно. Надо только желание иметь, чтобы что-то построить. Так, ну и давайте начинать, наверное, с чего вообще начнем. Так. Давайте с базовых. То есть можно вот такие простые круглые комнатки строить. Можно... фигануть сверху, к примеру, да? Оп-оп. Давайте зайдем.
Но по умолчанию просто так туда не поднимешься. То есть для этого нам надо сделать другую фишку. Ну, можно коридоры прокладывать, вот, к примеру. Раз. В принципе, штука удобная. Чик, вперед. 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 Пошел, пошел, да? Такое вот. В две стороны. И теперь мы можем что-нибудь придумать, да, изобразить. Здесь мы можем, к примеру, тоже прямой коридорчик забубенить. А это что у нас? Инфраструктура. Тут уже части комнат, к примеру. Раз, дверь поставил. Ну так это снаружи смотрится. То есть коридор еще там нескольких видов. Закрытый такой, глухой и прозрачный, чтобы можно было бегать и смотреть. Строится довольно быстро, удобно, но... как бы у меня тут ресурсов просто с меня не требует, поэтому мне вполне себе комфортно. Что еще у нас тут есть? Лестницы где-то были. Лестницы тут нескольких вариантов есть. Так, сейчас посмотрим. Ну, из минусов, конечно, это консольное это все управление. Не так, чтобы оно удобно было. Так, части комнат, по-моему, да. Вот сюда вот можно лестницу забубенить. К примеру. Вот, мы залезли на второй этаж. Но тут это не так все хорошо видно в округе. Округу, вернее, да? Поэтому можем нафигарить вот таких вот окон, к примеру, да? Оп. И получится неплохо. Это вот варианты круговых строений. Тут можно свалиться нафиг, если не смотреть по сторонам. Давайте еще вот что сделаем. Тут фиганем дверь. Так, жди. Дверь я тут могу фигануть. Какую-нибудь же могу дверь. Так, жди. Дверка. Сюда не хочешь, да? Терминал специалистов. Технологии это нам не нужно. Фермерство. Ну, к примеру, чё бы и нет. Давай попробуем. Разместим вот эти две фигни. Чё они нам дают вообще? Чё это за штуки-то я вообще построил? Гидропонный блок. То есть здесь надо выращивать что-либо. Каким макаром? Ну, допустим. А, понятно, каким надо садить непосредственно в гидропонный блок разные растения. В данном случае мне это ничего не стоит, но в реалиях там надо тайми, углерод, ну и разные другие ресурсы. Так, в этот блок уже не влазит, а конкретно только один цветок. Он потом вырастет и, видать, будет здоровым. То есть вот такие гидропонные блоки ставим, допустим, можем целый отдел сделать. И там всяких цветов потом насадить и собирать их. Прикольно. Неплохо. Свет. Лампа. Ну, лампа просто лампа. Давайте посмотрим все, что тут. Прожекторы. Понятно, не так много вариантов. Вот это кубические всякие ништяки. Это фундаменты идут. Фундамент с четырьмя опорами, фундамент с одной опорой. Пол кубической комнаты. Кубическую комнату можно сразу делать. Тоже это все неплохо. Рисунки, контейнеры. Контейнеры для хранения или для чего? Они просто нумерованные. Инфраструктура, дорожное покрытие там можно делать. А, там, кстати, прикольные вещи можно делать. Сейчас тоже мы на это все посмотрим. Почему я долби-дверь не могу сюда воткнуть-то? Что с этой стенкой? Не так. Давай мы тогда по-другому поступим. Я могу сюда фигануть? А там с этой стороны, видать, что-то мешает. А вообще я могу, допустим, ну, это удалить? Я вот, допустим, окошко забубенил. Удалить я уже нифига не могу. Ну ладно, давайте тогда мы еще выше поднимемся и посмотрим. Получается вот такая вот лестница высокая. Это у нас сразу третий этаж.
И давай тогда так попробуем. На вот, да, дверь спокойно ставится. Там была, видать, какая-то проблемка. Дверь мы свободно поставили. И можем, к примеру... А можем вообще по-другому сделать. Вот так вот лестницу фигануть. Только я не вниз хочу лестницу, хочу по прямой. Можешь по прямой? Нет, не можешь. Так, тебя развернуть, наверное, как-то можно, нет? R. Так, жди. R повернуть. А куда повернуть-то? Так, ладно. Просто я хочу, допустим, вот так вот прямо пустить. Могу я это сделать? Нет? Оно вот здесь получается под наклоном. Либо же это рампа. Это рампа. А мне, видать, не рампу надо. Какие-то варианты еще есть? Украшения. Давайте сначала на украшения глянем. Просто цветочки какие-то. Еще цветочки какие-то. Ну это что, целый стол. Стол, еще какая-то штука. А, ну вот оно, повернуть получается, на месте повернуть, работает. Это можно подсветку создать. А можно влупить прямо на стену круглую, прикольно. Можно какой-нибудь такой монитор непонятно зачем фигануть, так чтобы в него вообще фиг посмотрел кто. А, я походу проход закрыл банально. Так, какие-то ящики можно фигануть. Коробку. Ну-ка, коробка открывается, нет вообще? Что за коробка? Или это просто украшение получается, да? Да, я проход закрыл. Но допустим. А здесь, если я захочу вперед дорогу сделать, ну, какие-то флаги можно понавешать. Стулики поставить. Но есть какой-то выбор украшений, смотрите, да? В любом случае, кровать можно фигануть. Что-то на стену развесить. Неплохо. По технологиям. Маяк. Станция связи. Посадочная площадочка. Сканер сигналов. Точка сохранения. Вот точка сохранения вообще актуальна, потому что... Хотя мы, в принципе, из корабля вылазим и сохраняемся. Ну-ка. То есть вот так вот точка сохранения будет. Неплохо выглядит. Но, тем не менее... Так, фермерством разобрались. Ну, мы эту часть посмотрели, кстати, почти, да? Ну-ка, давай-ка вот так вот, если чпык. Куда-нибудь сюда. Получается, от этой башни мы вот сюда прошли. И теперь я хочу что-нибудь тут, что-нибудь замутить, да? Ну вот, какие у нас варианты могут быть на этот счет? Получается, я до сюда дошел и хочу что-то мутить начать. Но по любасу, скорее всего, дверь сначала надо замутить. Так вот, дверь открывается. Кто-то там летает. Это можно сделать спуск. А давай, ладно, спуск сейчас. Просто спуск хотя бы сделаем. И сейчас кое-что другое попробуем. Так, надо угадывать, что с расположением. В недосягаемости. Чё, почему? Ну-ка, 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 стройся.
А, это в зону не попадает строительство. У нас тут некая сфера, в которой мы можем построиться. То есть это получается вот так вот оно со стороны выглядит. А если включить? Или чё? Почему ты меня не достроил? Так, строение, рампа. База в недосягаемости. Не хочет, говорит. Многовасто. На Ctrl можно, получается, удалить. Ну, в принципе, удобно. Чик-чик-чик, так раз удалил. Да? Так, вот окей, раз, расчистил. Давайте тогда другую фишку придумаем. У нас получается, предположим, такая база. Я хочу что-нибудь другое тут расположить. Попытаться, по крайней мере. Ну, вот эти все терминалы нам сейчас неким заполнить. Так, а где квадратные? Кубические, вот кубические комнаты, да? Давай фундамент бахнем. Такс. Сколько фундаментов надо вообще? А допустим даже один. Что-нибудь на одном я могу? Кубическая комната. Такс. А, в смысле это прям... Прям комната получается, да, внутри? То есть прям вот так, да? Какие у нас тут варианты? А если... А как приподнять фундамент с опорой? Как-то я тебя приподнять могу? Нет, фундамент. Ну, что-то непонятно. Написано, что фундамент с опорой, а размещается он непосредственно только на землю. А рядом несколько размещаются. Вполне, но они что-то, ну, как бы не прилипают друг к другу. Вот это мне непонятно, почему. То есть вот так вот я могу... То есть, наверное, в здешнем строительстве нет необходимости особо скреплять. То есть, я сейчас на один фундамент налепил, как бы норм держится. А что контейнеры делают? Так, подожди. Я заблудился. Давай вот контейнеры. Чпыньк. 0, 1... И вот так вот зацепим контейнеры, да? И дверку нам надо. Инфраструктура, дорожное покрытие. Так, а вот это уже конкретно дорога, да? Так, подожди. Куда? На чем тут ездить по этой дороге? Вот в чем вопрос. Это поднятое, получается, дорожное покрытие. У нас есть еще обычное дорожное покрытие. Просто вот так вот фигашить можно. Ну, допустим. Это ворота. Такс. И чё? Ворота нашли.
Инфраструктура. Можно просто какие-то шары лепить. Смотрим дальше. Это у нас... типа фундамента, не фундамента. Что это за штуки? Можно огораживать что-либо, я так понимаю. Как-то так использовать. Вот это как колонна какая-то может использоваться. А из этих можно собрать, допустим, нужен нам ангар с дверью. Так я понимаю, мы чпык-чпык. И как бы собираем, да? А здесь я, к примеру, хочу вот так вот. Чпык. Ну... такс. По сути, неплохо получается. Так, жди, а мне вот это мешает. Получается вот такая вот тема. Так, ладно, это убираем. Ну вот я на скорую руку какой-то ангар забодяжил. Просто получается из этих вот блоков можно забежать в этот ангарчик. Не очень понятно, как эта дверь работает. Она как-то работает. Она что-то сама по себе то откроется, то закроется. Оп. А, она на движение работает. То есть, понятно, я отошел. Я подхожу. Открылась. Я могу здесь, допустим, что угодно разместить. Те же гидропонные эти баки нафигашить. Либо вон, там какие-то полки забубенить. На эти полки что-то складывать. Ну, прикольно, прикольно. Получается, прикольно тоже довольно тема. Так, ладно. В любом случае, нам было сюда дверь еще сделать. Так, мы сюда не дошли, не посмотрели на контейнеры. Все, дверь подъехала. Тут еще терминалы. Но их надо, наверное, внутри здания размещать. Так, украшения. Сейчас посмотрим. Кстати... так. А это у нас контейнер. Сюда можно что-нибудь складывать. Ну, логично довольно. То есть, проблема с тем, что нам вечно не хватало инвентаря корабля и инвентаря личного, она как бы решается тем, что можно на базе всяких контейнеров понаделать. Прикольно, прикольно. Мне нравится вот это строительство. Довольно прикольно все сделано. А мы еще можем вот что приколоться сделать. Ну, во-первых... какие-нибудь окна сюда забубенить, да? Такие окна. Давайте на всякий посмотрим. Такие окна. Можем еще сюда немножечко комнату забубенить. Можем, получается, повыше сделать. Пожалуйста, повыше сделали. Тоже неплохо. Пол кубической комнаты. А я, допустим, хочу здесь вот такую пристройку фигануть. И к ней лестницу какую-нибудь. Это реально? Так, жди.
Для этого надо лестницу. Вот неудобно. Единственное, что приходится туда-сюда по 120 раз искать. Так, жди. Части комнаты. А, вот сюда я могу лестницу залепить. К примеру, вот так, оп. Ну и все получается. Раз. Сюда поднялся. Неплохо. Неплохо. Тут у нас терминал специалистов. Захотел. Чпуньк. Строительный терминал. Для использования строительного терминала нужен квалифицированный строитель. Нанимать строителей можно на космических станциях. Ну, неплохо. Украшения. Захотел. К примеру. Чик. Кроваточку тут разместил. Тут он какую-то лабуду на стену развесил. Ну и фикус рядом с головой, само собой. Неплохо. Технологии мы это уже... Ну, мы уже, по сути, на все посмотрели. В принципе, инструментарий неплох. Вот так вот для начала. Вполне себе можно что-то тут изобретать, как бы делать, да? Можно вон сюда, чпуньк, 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 еще продолжить как-то, да? Что-то реализовать здесь, отгородить вообще вот это все. Построиться еще выше. Пожалуйста, никто не запрещает. Интересно, насколько высоко можно ворваться. Я там уже высоко ворвался. Какие-то рисунки налепить можно. Контейнер мы это смотрели. Инфраструктуру мы глянули. Строительство глянули. Части комнат. Ну-ка, ну это высоко, это надо. Это надо как-то постепенно все это продумывать. Можем тут фигануть на стену такую штуку, да? Терминал торговли. Сельскохозяйственный терминал. Пыньк. Ну и понятно, надо опять же сельскохозяйственного какого-нибудь торговца. Украшения всяких разных видов. Вон там. Такого рода тут тоже. Какие-то мониторы, которые, ну, чисто декоративный характер имеют. Да, как-то вот так раз. Что еще тут? Я его могу покрутить. Нафиг ты мне нужен, стол? Чисто для подсветки. Но прикольно, мне нравится, как они строительство сделали. Довольно круто. И это еще не весь контент. Далеко не весь, который добавили. Но это неплохо. Еще надо будет посмотреть, что эти непосредственно все специалисты делают. Станция связи. Так, технология, куда тебя влупить? Она, скорее всего, где-то на улице, надо ее размещать. Ладно. Это гидропоника, все, подсветка. Ну да, мы на все посмотрели. В общем, довольно неплохо, мне нравится. Я думаю, если бы это все изначально было, хотя бы даже вот это строительство в игре, хайпа было бы поменьше. Но учитывая, что тут добавили довольно много контента в 1.1 в дополнение в этом... то вполне себе неплохо. Если они еще постараются, поторопятся и за полгодика еще наполнят контентом игру, то будет совсем шикарно. А на этом всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И увидимся в следующих видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.